16 августа, 21 год, 10:30 утра. Кто еще хочет в Киев, ребята? Кто хочет постоять? Вот так вот у нас все едет с утреца. Теперь вот так вот все в обратную сторону. 5:38 вечера. И вот так все классно, в кавычках, едет обратно. Мама, там фитнесом с Максимом, да, занимается? Вот горка, садитесь на нее и едьте. Такая большая площадка на Троещине. Здесь еще качелька есть. Там машинки, парк. Мы там катались уже. Макс, ты вылазишь? Да. Так надо двери открыть. Что ты через... Ты через лобовуху решил выйти? Давай. Я-я. Я-я едет уже там. Хочешь? Идем тоже. С водичкой проехали. Оп. Крутяк. Сонь, помаши ручкой. Сонь. Расскажи, что ты нашел? Жучок. Покажи. Вот все, что от жучка осталось, да? Какого цвета? Это. Красный. Трахный. Трахный, да? А что ты еще видел? Трамвай? Да. Какой? Синий. Синий видел, да? Скажи, трамвай. Да. Скажи, трамвай. Скажи, трамвай? Тран-тран. Тран-тран. Привет всем! Ух, ёшкин, зарос. Так, надо исправить. О, так-то лучше. Погнали на тренировочку. Так, перед началом тренировочки беру пульсометр Майзон. Он показывает ЧСС, нагрузку при тренировке, разные уровни. Ну, кому интересно, могу потом подробнее рассказать. У нас в районе груди он цепляется вот, как липучка. Застегивается и все, и работаешь. Вот он здесь, когда он пикнет, значит, он включился в работу. А два раза — это когда мы его выключаем. Так, сейчас сделаю подходик на 30 секунд максимум отжиманий и дальше пойду тренироваться. Три, два, один, ап.
Ну и если еще нужно прокачать трицепс, можно делать канатик ползать, если он у вас есть в зале. Я вот люблю еще без ног в уголочке. Опля. Ну что, в тренировочку беру 5-6 упражнений. Сегодня сделаем грудь и бицепс. Поехали. Так, ну начинаем с кроссовера. Здесь делаем 6 подходов с увеличением веса. На первый делаем на 20 повторений, следующие 15 и последние 2 на 12 повторений. Поехали. Так, на бицепс сделал 4 подхода. Начинал с 18 килограмм, потом 22. Ну, предельный был уже 22 делал. Так, на увеличение 18, 20, 22, 24 можно делать. Пока 22. Сейчас попрожимаем грудь, еще центр груди и верх груди. Вот, кстати, моя зона выводится на экран, чтобы удобнее было смотреть, как тренируюсь. Можно на телефоне смотреть, можно на телевизоре. Так, ну подходов делаем везде по 4, чтобы не сбиваться. Есть желание, можно ставить тот вес, с которого вы можете делать 12 повторений, 15 повторений. Я делаю по 15 и все 4 подхода увеличиваю на одну позицию вес. Тем самым себе усложняю жизнь. Ну, не знаю, мне пока так по кайфу. Смотрите сами. Можете ставить такой вес, который вы можете сделать там на 12 повторений, к примеру, потом можете спуститься вниз, если поставили уже сильно много. 12 повторений, 10, 8, ну и заканчиваем не меньше 6, а то это уже какая-то непонятная тренировка будет. Ну и заканчиваю тренировку подъемом прямым грифом на бицепс. Попробую сегодня наработать 60 килограмм, посмотрю, насколько повторений получится. Поехали.